Не думала, что про наш цирк знают во Франции. Так и что же они хотят? Номер принцессы цирка для пары воздушных гимнастов? И только? А остальные? И сколько же они заплатят, интересно? Держите меня двое! Шиш тебе с маслом, Ванечка, а не контракт. Вика, ну я должен был там появиться. Нужные люди. Ну да. Деловые разговоры, инвестиционный климат, то да сё. Не оправдывайся, Павел. Павел Федотов не должен оправдываться ни перед кем. Даже... Даже... Даже? Я уже не помню, о чем говорила. Наверное, какую-нибудь глупость. После этого приема ум за разум заходит, но... Пожалуй, вечер можно считать удачным. Ты где нашла эту вещь? Мам, все очень просто. Это Слава нашел эту заколку около цирка. Я, наверное, такая растеряха ее там посеяла. Ну, все же хорошо получилось, правда? Слава? Ась, подожди. И он тебе рассказал про свою находку, да? Ну, конечно, кто же еще? А он тебе больше ничего про нее не рассказывал? Нет, мам, ну откуда он еще что-то может знать? Он же видел-то ее всего один раз. Да. И ему хватило запомнить, что она твоя, что ты ей дрожишь. И потом совершенно случайно он нашел ее у себя под ногами. Никто не разглядел, а он разглядел. Мам, я не понимаю, ты... Чем-то подозреваешь Славу? Он же мне ее отдал и сразу честно во всем признался. А то, что он мне в тот же момент сразу ее не отдал, так он просто боялся, как я его встречу, вот и все.
никто не сумеет посметь. Мам, ну это же судьба, правда? Ой, доченька, дай бог, чтоб судьба. Мамулечка, ну не переживай, ну все у нас будет нормально. Я же со Славой помирилась, и это так здорово. Я тебе так благодарна, что ты мне объяснила, когда я... Ну, что я такая глупая была тогда. Заподозрила ее, в чем-то убежала, оставила одного. А Слава очень честный, порядочный. Да что я говорю, он замечательный. Просто замечательный. Я теперь точно знаю, что... Люблю его, мам. Зря я тогда испугалась. Дурочка была, вот и все. Чего тебе? Можно войти на минутку? Можно. Я слышу, не спишь. Думала, может быть, безе с чаем, как ты заказывала. Ну, чтобы лучше спалось. Не надо мне никакого безе и чая. Лучше скажи мне, Светик приехал? Ваня! Ваня! Ась, ты ж с ним весь вечер провела. Почему он тебя не покормил? Мам, ну он сначала хотел. Он просто в кафе встретились. Там как-то не очень уютно было, и он сказал, пойдем ко мне. И ты согласилась? Ну, конечно. А что тут такого? Дом уже лучше? У него дом на набережной. Квартира небольшая, но очень симпатичная. Ну и с кем он там живет? Мам, будешь, а то я сейчас все съем. Ешь, ешь, доченька. С кем он живет в этой симпатичной квартире? Ну как, с кем? Один? И ты думаешь, что в этой квартире с ним не жила никакая женщина? Мам, ну какая женщина? Он мне предложил там жить. Тебе? Так и сказал? Ну да. Входи и будь хозяйкой. Как в сказке? Аська, какая ты у меня маленькая. Сказки сказками, а в жизни все гораздо сложнее.
Понятно, но что сложного, а? Все и так понятно. Ну что тебе понятно? Расскажи. Да, что? Я понимаю, что из больницы. Да, нам всю жизнь ночью из больницы звонят. Сейчас я дам трубку Павлу Константиновичу. Паша, Паш, возьми трубку тебя. Что? Из больницы. Паш. Господи, неужели никогда не будет покоя? Ночью не беспокоили. Федотов слушает. Да? Когда? Сейчас еду. Господи, ну куда ж ты едешь? Что, до утра нельзя подождать? Ну, Паш. Вика. Да. Вика, милая, только ты не пугайся. Да я не пугаюсь, что? Светик в больнице. Светик? Ну, короче говоря, мам, я люблю его. А он? И он меня любит. Знаешь, Ась, когда любят, заботятся и кормят. Мама, я же начала тебе рассказывать, ты не дослушала. Он мне ужин романтический приготовил с шампанским. Специально для меня, между прочим, мама. А потом ему позвонили, и ему пришлось срочно уйти. Куда уйти? По делам. Могут же быть у человека срочные дела. Ночью? Ну, конечно. Если дела важные, можно и ночью. Потом, мама, он так расстроился, когда уходил. Павел Константинович, здравствуй, Виктория Андреевна. А доктор, что с моим сыном? Ну, я в общих чертах Павлу Константиновичу уже объяснил по телефону. Я спрашиваю, что с моим сыном? Вика, успокойся. Хорошо. Да вы не волнуйтесь, ничего страшного. Легкая контузия, небольшое отравление угарным газом. Что значит небольшое? Опасности для жизни не представляет. Другое дело, все могло бы быть гораздо серьезнее, если бы не счастливые случайности. Какая еще случайность? А когда начался пожар, ваш сын был без сознания. И он мог бы задохнуться, если бы его не вытащили вовремя. А кто его вытащил? Какой-то парень. Их вместе привезли на скорой. И если бы не он, Святослав бы не выжил. Спастись самостоятельно у него не было шансов. О, Господи, Боже мой! Все хорошо, мам. Будет еще лучше. Ась, а как же Иван, а? А что, Иван? Мы с ним договорились, что доработаем до конца сезона, и все. Он сам этого хочет. Тебе не жалко с ним расставаться? Жалко. Родной человек все-таки. Сколько себя помню, все, Ванечкина невеста. Я же думала, мы с ним до конца жизни вместе будем. Я же тогда не знала, что такое любовь, мам. А теперь? Знаешь? Теперь знаю. Как же ты будешь работать с Иваном? Нормально. Работа есть работа, мама. Потом, по-моему, мы с ним отличные партнеры. И все. Мама, я тебе все объяснила. Мне жалко Ваню, очень жалко. Ну что поделаешь, раз так получилось? Мама. Мальчик мой, ну как же ты так? Привет, Павел. Привет. Ну как ты? Нормально. Голова болит, ничего не помню. А как я здесь оказался? Повезло тебе. Кто-то тебя вовремя вытащил. Откуда вытащил? Из огня. У тебя в клинике пожар был. Доктор сказал, что если бы ты там дольше остался,
надышался бы угарным газом, и тогда вообще страшно подумать. Скорую потом вызвали и пожарных. А он вот в это время в здании оказался и вынес тебя. А кто он? Да я не знаю, парень какой-то. Ничего я о нем не знаю, ни кто он, ни что он. Светик, может быть, ты что-то помнишь? И у вас есть эти сведения? Да. Я их сохранил, на всякий случай. А когда вы можете мне их передать? Как только вы сможете мне за них заплатить. Нет, 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 вы поймите, я сам готов встретиться, я в этом заинтересован. Подождите. А почему в клинике? Ну хорошо, я еду. Эй, ты живой? Ничего я не помню. А что ты смурная такая? Да Вани до сих пор нет. Вальдемар увидит, опять ругаться будет. У него работа такая, ругаться. А ты его не видел? Кого, Ваньку? Со вчерашнего дня. А может, он назло врагам? Что? Возьмет, то вообще не придет. Да ну что ты, он обязательно придет. Для него работа — это святое. Ну, значит, появится. Угу. Лови. Так, это что это у нас? Новый дуэт? Где Рябинов? Он задерживается немного. Совсем немного. То есть как задерживается? Он не задерживается, он срывает репетицию. Короче, ребят, вы у меня распустились. Почувствовали себя великими. Что ходить, то и воротите. Или воротите. Короче, говорю, распустились. Вальдемар, ну, миленький, не сердитесь, пожалуйста, а? Не сердитесь. Вечные у меня проблемы с вашим номером. Так, найдите мне Рябинова. Я найду. Сейчас, 5 секунд. Честно говоря, Ася, я не понимаю, что с парнем происходит в последнее время? Как будто его подменили. Ну, наконец-то. Доброе утро, сынок. Как же ты нас напугал всех. Привет, мам. Ты что, совсем не спала? Да, ерунда. Знаешь, кабинет твой сгорел дотла. Черт с ним. Весь административный этаж сгорел, вся документация. А то, что не сгорело, пожарные загубили водой, пока тушили. Они же там орудовали, как слоны в посудной лавке. Да ладно, мам. Это не так важно. Ну как не так важно? По-моему, это ужасно. Теперь придется восстанавливать все документы с нуля. Вообще, я не понимаю, как ты там оказался ночью? Что ты делал в клинике? Чего ты молчишь? Не знаю, ничего такого не замечала. Не замечала, а я замечал. Не мужик, а какой-то подросток. Ему сейчас действительно трудно. Да, ему трудно. Да. Это нам с ним трудно. Работает спустя рукава, перессорился с половиной труппы. Какие-то интриги, все время слезы. Что это такое? Он не виноват. Это просто совпадения какие-то дурацкие. Не виноват. Если ты мужик, умей держать удар. В несчастной любовь, понимаешь? Эка невидаль. Зачем вы так говорите? Говорю, потому что знаю. Я пережил немножко больше его. Я знаю, что распуститься и впасть в отчаяние из-за женщин – это самое простое. А ты не впадай в отчаяние. Ты как-то держись. Покажи себя мужиком и докажи ей, что ты человек и мужик.
Он так может. Он может, да, я знаю. Максимум, что он может, это напиться с кем-нибудь в городе. Я думаю, что так и происходит. Вот сейчас он опаздывает, так и происходит. Зачем вы так? Он не способен на такое. Не способен. Нет. Привет. Привет. Я только что из милиции. Все утро продержали. Господи, что случилось? Иван. Что Иван? Он это... Что это? Он... Ну что он? В милиции напился. Что он? Нет, он... Что он? Ваня в больнице. Что с ним? Я просто засиделся за бумагами. Черт, голова кружится. У нас же должна была быть аудиторская проверка. Вот я и решил еще раз все проверить. Очнулся твой спаситель. Да? И кто же он? Некто Иван Рябинов. Скажи, тебе это имя ни о чем не говорит, Светик? А что, ты уже был у этого Ивана? Конечно, был, поблагодарил его. От нас всех, надеюсь, ты это тоже сделаешь, когда тебе разрешат вставать. Вика, я сейчас должен ехать на консультацию, ты со мной? Да, да, поеду домой, может быть, удастся поспать немножко. Я днем к тебе обязательно заеду. И ты тоже постарайся поспать. Светик, а как ты думаешь, от чего возник этот взрыв? А почему ты меня спрашиваешь? Нет, ну, может быть, какие-то предположения у тебя есть? Нет, у меня никаких предположений, ничего я не знаю. Господи, и что дальше? Ну что там, как полыхнет вообще? Степ, я ничего не понимаю. А как ты там оказался? Я случайно в ночной магазин шел. И тут смотрю, и прямо из огня, из горящего здания вываливается мужик и второго на себе тащит. Только вышел и упал без сознания. Я подбегаю, смотрю, а это Иван, и... представляешь? Да я представляю. А ты скорую-то вызвал? Да, и скорую, и пожарных, а их оттащил подальше пока что. Пап, скажи, что с Ваней? Он ранен? На лице кровь была, и не рассмотрел. Потом врачи подъехали, скорая, погрузили обоих в машину и увезли в больницу. И ты с ним поехал в больницу? Ну да, естественно, надо же было узнать, что, как там. Ну и а почему ты никому не позвонил? А кому звонить-то? Их пока в приемном покое осмотрели, то все, а время уже под утро было. И что врачи говорят? Да ничего они не говорят, разве там добьешься? Там один дежурный врач и в несчастный случай со всего города. Там не до разговоров, успевай только вертеться. Скажи мне честно, он жив? Был жив. Живой он, Асенька, живой, не волнуйся только, Асенька, с ним все будет в порядке. Я еду к нему. В больницу? Да. Вальдемар, можно все равно репетиции не будет? Да, репетиции, конечно, не будет. Езжай, Ася, вцепись в этих врачей, узнай, что с Иваном. Ну а вы что, уши растопырили? Идите, работайте. Говорить можешь? Давай попробуем. Что ты делал у меня в кабинете? Я должен был оставить там игрушку. Какую игрушку? Мягкую. Я посадил ее в кресло. Там, видимо, было взрывное устройство. Ты зашел, зажег свет. Сработала дистанционка, и все взорвалось.
кто тебе дал игрушку? Я не знал, что там было. Мне сказали, что это подарок. Кто тебе ее дал? Петр Аркадьевич. Спонсор будущей нашей труппы. Если со мной что случится, ты должен рассказать все в милиции. Забудь про милицию, даже думать забудь. Если я выживу, сам расскажу. Дима, ты не понимаешь, если ты расскажешь, что уже точно не выживешь. Молчи об этом, забудь, ты ничего не знаешь. Святослав Алексеевич, ну вы же сами врач, что же вы делаете-то? Его нельзя тревожить, идите. Идите отсюда. Динечка, обед пока еще не готов. Если хочешь, пока яблоко возьми. Не, я не хочу. Слушай, ты мне лучше скажи, а что людям носят в больницу? Ну, вкусненько что-нибудь, чтобы порадовать человека. Например, суп в банке, если его там плохо кормят. А почему ты спрашиваешь? Я тебе скажу, только если ты меня не выдашь. Да нет, конечно. Я хочу к Светику съездить в больницу навестить. А мама, представляешь, мне сказала, что мне там не место. Может, она права? Ты меня еще будешь учить? Я сама знаю, что мне делать. Давай, собери передачку. А что положить-то? Ну, сама же сказала, чего-нибудь вкусненького. Нет, суп не надо. Мне кажется, его там нормально кормят. Ну, я не знаю, яблочек. А чего-нибудь поинтересней? Ну, вот пирожки есть. Да, давай пирожки. Кстати, с чем он любит? С капустой всегда любил. Давай с капустой. А давай еще каких-нибудь сладких. Ну, с брусникой пойдет. Угу. Ань, ну ты сама подумай. Вот если ты пошла бы в больницу к человеку, о котором хочешь позаботиться, ты бы что ему еще принесла? Ну, я не знаю, ну... Попить еще положу. Дина, может, все-таки не стоит к нему идти? А ну, принесут ему все. Так, делай, что тебе говорят. Ась, можно? Да, заходи. Я тебе что сказать-то еще хотел? А это еще не все? Ну, кто второй-то был? Тот, которого Иван вытащил. Кто? Слава твой. Слава? Клиника-то его была. Ну, так получилось, что и Ваня там был. Вот он его оттуда и вытащил. И он тоже в больнице? Ну да. Я же говорю, двоих увезли. Вот второй он и был. И что с ним? Да с ним-то ничего. Врачи сказали, что отделался легкой контузией. Очухался прямо в приемном покое. Зачем ты так говоришь, а? Очухался? Да потому что Ваня ему жизнь спас. А сам чуть не погиб. Подожди, я не понимаю. Ну, что тут не понять? Если бы Иван оттуда сразу выскочил, отделался бы двумя царапинами на физиономии. А Слава без сознания лежал твой. Надышался бы дымом и кранты. Ваня это понял и вытащил его на себе. Теперь поняла. Собирайся. А я пойду. Да, пап. Алло? Ленка? Что делаю? Секрет. Да только вы все обалдеете.
Ага. Я тут знаешь, какую штуку достала? Мужики просто штабелями повалятся. Нет, я не скажу, потом узнаешь. Ну ладно, давай, пока, а то я тут в больницу собираюсь. Ага, пока. Диночка. Вот еще салфеток можно положить. Ничего больше не надо. Отстань от меня. Собралась. Почти. Мам. Как ты думаешь, передачки в больницу принимают? Может, купить что надо? Надо сначала выяснить. Может, не принимают. Это если очень плохо, да? Нет, нет. Мы просто не знаем, какие у них там порядки. А если скажут, можно, сбегаешь, купишь. Много не надо, там, фрукты, соки. Денег тебе дать? Нет, у меня есть. Как ты думаешь, меня вообще пустят к нему? Ну, это зависит от того, как он себя чувствует. И потом надо у врача спросить. С врачом надо поговорить, Ась. Да, да, с врачом. А как мне представиться? Доченька, а ты к кому идешь? В смысле? В прямом смысле. К Ивану или к Славе? Да, я слушаю. Говорите громче, я... Здравствуйте, Петр Аркадьевич. Да вы счастливчик, дорогой. Остаться в живых в такой ситуации – редкостное везение. Согласны? Да, я согласен. Да. Более того, вам повезло дважды. Я знаю, что сгорели все... Документы и свидетельств моей операции больше нет. Поэтому теперь у вас действительно есть шанс остаться в живых. Если будете помалкивать. Это понятно? Понятно, Петр Аркадьевич. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Я, честное слово, буду молчать. Я рад за вас. Думаю, тебе надо определиться. Мама, я уже все решила. Виктория Андреевна, не помешаю? А, Гена. Я просто хотел поинтересоваться, как здоровье Светика. Сань,
Садитесь. Спасибо. Вы ведь всю ночь у него просидели. Ты представляешь, это же просто чудо, что ему так повезло. Он же мог вообще заживо сгореть или задохнуться. Я все думаю, мой сын был на волосок от смерти, представляешь, и пронесло. Ну что это такое? Судьба? Да, судьба. Судьба. Ведь могло сложиться совсем по-другому, да. И случись что-нибудь со Светиком, кто бы после него на земле-то остался? Ты о чем? Да это я так просто рассуждаю, так вслух. Кто у него самая родная, близкая кровиночка-то? Дочка Диночка. Вот, никуда от этого не денешься. Господи, типун тебе на язык, Гена. Ладно, иди. Ты точно знаешь, что делаешь? Я должен тебе еще раз предупредить, что это смертельно опасное ядовитое вещество. При желании вот этой баночкой можно полгорода перетравить. Мое дело предупредить. Диночка. Сероводород выделяется из нефтяных месторождений в земной коре. Дайте мне что-нибудь. Да возьми вот. Салатик витаминный. В подобных условиях никак не ожидаешь встретить Ивана. Но эти малинезии процветают. Ну, а ты-то пойдешь к Ивану в больницу? Вот еще. Что мне там делать? Как это что? Наши все цирковые собираются его навестить. А ты? А я что, родня ему, что ли? Галь, раз любишь, значит, получается, что родня. Не получается. Не нужны ему такие родственники. Значит, не люблю. Ой, Галя, Галя, именно как раз такие родственники-то и нужны. Не дай бог, инвалидом останется. Ну, кто его приголубит-то, кроме тебя? И я не приголублю. Думаете, мне хочется с инвалидом возиться? Галя? А что Галя? Он когда здоровый был, ему моя любовь жить мешала. А сейчас, когда он инвалидом стал, Галка? Галка, Галка, Галка! Хм. Не будет Галки. Эх, Галя, ничего, все будет, а инвалидом он не останется. Он сильный, выкарабкается, и у него все хорошо будет. И ради бога. Эх, Галя, ну что ж теперь, если ты ему не понравилась, значит, человеку надо зла желать, да? Я ему зла не желаю. Он сам виноват. А что ты говоришь-то такое, а, Галь? Он человека из огня вытаскивал. Сам чуть не погиб. Ну как? Ну герой он, понимаешь? Герой. Герой. Дурак он, не герой. Вот глупая девчонка. Могла деть его. Черт, ногу сломит. Устроила тут помойку. Ну, где он? Господи, боже. Дина! Дина, ты дома? Немедленно иди сюда! Дина!
ты меня слышишь? Дина! Дина! Иди сюда, слышишь? Вы Диночку звали? Да. Господи, а что случилось-то? Где она, Аня? Так, оставь все. Нет, это потом, потом проберешь. Куда она ушла? Я не знаю. Она ушла? Да. Куда, не знаешь? На меня смотри, на меня, ты знаешь! Где она? Как Светику в больницу пошла. Давно? Только что. Только что? Аня, умоляю тебя, догони ее. Быстренько догони ее, верни. Слышишь, верни ее немедленно! Господи, боже мой. Дамы и господа! Дирекция цирка приносит свои извинения. Номер воздушных гимнастов принцессы цирка сегодня отменяется. Воздушный гимнаст Иван Рябинов пострадал во время пожара, спасая человека из горящего дома. Поддержим его аплодисментами. А теперь шоу продолжается на арене «Любимец публики ЧПО». Знаешь, ты еще встретишь своего прекрасного принца, вот увидишь. Ну, вообще-то я по делу тебе звоню. А что такое? Я уезжаю. Ты слышишь? Далеко-далеко. И, может быть, никогда не вернусь. Хотела с тобой попрощаться. Софья, не уезжай, не оставляй меня. Не могу. Прощай. Мне уже пора. Сонечка, ну пожалуйста. Сонечка, ну ты же моя единственная лучшая подруга. Привыкай, девочка. Пора тебе взрослеть и учиться жить самостоятельно. Магические ритуалы. На кого гадаешь? Сейчас и не на меня? Да вот решил на Асю карты разложить. А то, представляешь, она вбила себе в голову, что должна обязательно вернуться к Ивану, иначе он умрет. Что, правда? Ой, девочки, какие же вы у меня обе непредсказуемые. Папа, да я во всем виноват. В том, что с Ваней случилось. Теперь я должна быть с ним. Вот я и решила карты разложить, чтобы посмотреть, что карты скажут. Ну и как? Что ты видишь?
Хорошо тихо, блеск одежд карнавальных обернулся унылым тряпьем. Опустел балаган, и на рыночной площади тихой то, что было театром, становится нашим жильем. Галина, как вы вовремя? Ивану плохо. Бегите скорее за врачом. А он? Я за ним присмотрю. Ну уже! Только вы за ним следите. Обязательно! Ну и везучий же ты, циркач. Ну и как? Что ты видишь? Ничего. Не могу гадать. Ничего не получается. Слишком за Асю переживаю. Будь что будет. Как он, доктор? Успокойтесь. Ну, просто скажите, как он? Уже все в порядке, и это благодаря вам. Если бы вы вовремя не позвали на помощь, могло бы случиться непоправимое. А мне можно к нему? Нет, нет и нет. Ваш дважды рожденный уже заснул. Будить его я запрещаю. Ну и хорошо, что все хорошо. Такое, что я сделала? Диночка, девочка моя, не плачь, пожалуйста. Ты ничего не понимаешь. Я осталась одна, и совсем одна, никого рядом нет. Господи, ну как же ты можешь такое говорить? А так, Соня уехала навсегда. У меня близких вообще нету. Никого. Ну как же так никого? Ну как же одна? Ну а я? Ты? Да, конечно, но ты же единственная любовь моему свет в окошке. Ты говори, да не заговаривайся. Диночка, любовь моя, иди занимайся своими делами. Не трогай меня. Слушай, я с этими картами так толком тебя не расспросила. Как там Ваня? Ты с ним успела поговорить? Он пришел в себя? Да, он был в сознании. Только... Ну? Мам, все так ужасно получилось. Мы как раз с Ваней начали разговаривать.
Я хотела ему сказать, что решила с ним остаться. Тут Слава в палату зашел. Опять этот Слава. Наш пострел везде поспел. Мам, он не виноват. Просто так совпало. И что? Ваня выгнал меня и не захотел больше видеть. Вот Слава этот, а? Ну не имется ему. Ну да, хотя я ему все объяснила. А что ты ему объяснила? То, что между нами все кончено. Что я должна с Ваней остаться. Послушайся, ты в чем-нибудь уверена? Вот посмотри. Один тебя гонит. Другой, несмотря на все твои объяснения, не отстает от тебя. Ну что ты придумала? Может быть, хватит тебе жизнь ломать? Мам, я все решила. И это главное. Доброе утро, Ванечка. Что ты тут делаешь? А что ты сразу сердишься, а? Тебе вчера стало плохо. Ты потерял сознание. А я, между прочим, беспокоюсь. Ты меня знаешь, я договорилась с доктором, он разрешил мне посидеть до утра. А слово доктора – закон для больного. Если он, конечно, хочет выздороветь. Я не знаю, что сказал доктор, я против. Я не настолько плох, чтобы у меня была сиделка. Почему ты своими делами не занимаешься? Где Русик? Почему ты не репетируешь? Ты знаешь, что всегда одно и то же, Вань. Вместо слов благодарности я слышу упреки. А ты не подумал, что в цирке без знаменитого воздушного гимнаста Ивана Рябинова? Но мне просто нечего делать. Утро доброе. Иван Рябинов. Да, это я. Очень хорошо. Ларионов Петр Васильевич, следователь прокуратуры. Я бы хотел поговорить с вами. Задать несколько вопросов наедине. До свидания. До свидания. Доброе утро, Галь. Как там Ваня? Я к нему. Ась, вам не нужно видеться. Почему? А потому что после вчерашнего с тобой разговора ему стало хуже. Ты что? Да, и он чуть не умер. А как он сейчас тебя чувствует? Сейчас ему лучше. Но тебя он видеть не хочет. Да, ну я ему сейчас все объясню. Нет, нет, нет. Ась, он разнервничается. Ему станет плохо. Ты этого хочешь? Нет. Ну вот оставь его в покое. Ась, ему нужен покой, а не твои объяснения. Или ты добить его хочешь? Итак, господин Рябинов, мы сейчас запишем ваши показания. Что вы делали в клинике пластической хирургии ночью? Если вы неважно себя чувствуете, мы можем отложить наш разговор. Да нет, что спрашиваете. Быстрее отмучаюсь. Не совесть мучает. Итак, что вы делали в клинике ночью? У меня была встреча со Святославом Романовым. Хотели изменить форму носа или внешность до неузнаваемости? Да, Галка, ты права. Я виновата. Я сильно перед ним виновата. Но я хочу все исправить. Я сейчас пойду к нему и скажу, что я хочу быть с ним. А дальше пусть решает, как сам знает. Пусти меня, Галя. Нет, не пущу. Ты не понимаешь, я должна быть с ним. Я нужна Ване. Какие мы заботливые, посмотрите на нее. Совесть проснулась, да? Ась, а до беды довела человека, сердце ему разбила. Мать Терезу себя строишь, да?
Ой, нет, ты потешиться пришла. Ой, нет, прости, благородство свое проявить. А то, что после этой встречи ему хуже может быть, ты это понимаешь или нет? Забота, так это называется, да? Я тебя очень прошу, оставь его в покое. Ему покой нужен, слышишь? Тепло, а не твое вот это вот объяснение. Хочешь поговорить, приходи потом, когда он поправится. А сейчас нет, не пущу, поняла? Моя встреча с господином Романовым никак не связана с его профессией. И пластическая хирургия тут ни при чем. Ну что ж тогда. Что могло свести воздушного гимнаста и пластического хирурга в столь поздний час? Это трудно поверить, но мы друзья. И это была встреча по личному делу. Ой, извините, я плохо себя чувствую. В следующий раз. Да-да, конечно. Мы все понимаем. Мы тоже люди. Я приду позже. Поправляйтесь. Спасибо. До свидания. Мою шляпу. Да, это настоящий класс. Заметьте, это не я сказал. Да, это я сказал. Вы знаете, я видел не так уж много настоящих мастеров. Моя супруга бильярд не жалует, хотя я сама играю на нем превосходно. Парадокс. Ну, Павел Константинович, ну разговоры о женщинах за бильярдным столом. Ну, вот теперь ваша очередь. Ну, а как иначе? Всюду, везде, всегда женщина «cherchez la femme». А как? Как иначе? Браво. Благодарю вас. Мы тоже не лыком шиты, кое-что действительно умеем. Простите. Да? Секундочку. Да-да. Угу. Извините. Это звонок из министерства. Важный вопрос. Я вас покину ненадолго, а чтобы вам не было скучно, я сейчас Викторию сюда пришлю. Хорошо? Да, соединяйте. Галка-то наша сегодня у Ваньки в больнице ночевала. И что? Ну как что? Выходит, любит она его. А мы все напрасно на нее возводили. И я-то дура первая. Не верила в искренность ее. Да в преданность. Ой. Это что, Галка теперь к Ваньке в больницу ходит? Ну а я про что тебе говорю? Разорялась тут, кричала. Не нужен мне инвалид, все. А сама днюет и ночует. Вот так вот. Ты говоришь, как в кино, про любовь да преданность. Галка-то преданная. Но я тоже не верила, чпок. Ну ты посмотри, прибежала, пирогов набрала и бегом к нему. Вот так вот. Разуверились мы в людях и перестали верить в искренность. Так вот. Так вы что же, верите? Да. А ты? Галкину преданность? Никогда. Ни на секунду.
Здравствуй, Андрей. Рада тебя видеть. Значит, ты тот таинственный гость, которого меня просил занять Павел. Ну, и что же ты здесь делаешь? Что тебя сюда привело? Да вот зашел сыграть партию с Павлом Константиновичем. А мы теперь с ним друзья. Надо же, я не знала. Да, у нас есть общие интересы. Мы можем даже еще больше сблизиться, если я... Если что? Ну, если я, скажем, поведаю Павлу Константиновичу о том, как на самом деле идут дела в клинике пластической хирургии. Но ты же этого не сделаешь? Конечно. Я буду молчать, если получу свои деньги. Я хочу напомнить, что Святослав должен мне очень круглую сумму. Скажи, как ты можешь говорить о деньгах, когда мальчик лежит в больнице в очень тяжелом состоянии, и даже неизвестно, будет ли он жив? Будет. Я навел справки. Ах, даже так? Да. Его драгоценному здоровью ничего не угрожает. Как говорится, делу время, а здоровью час. И ты хочешь? Да, я хочу получить свои деньги. Свои, понимаешь? И пусть твой сын не обольщается. Если он думает, что пожар все спишет, черта с два. Люди работали. Их работа должна быть оплачена. А тебе не кажется, что больной должен хотя бы встать на ноги? Вот поэтому я и хочу навестить его, чтобы напомнить ему о его долге. Но ты наглец. Слушай, как у тебя хватает наглости, а? Готов продолжить партию. С удовольствием, с удовольствием. Тем более, что и бильярд, и напитки в вашем доме, ну просто замечательные. Галь, ты Асю не видела? Она не приходила? Нет. Вкусненькие яблочки. Вкусные, спасибо. Сама выбирала, на рынок ходила. Все-таки я не прав был. В чем же? Выгнал ее, нагрубил, сорвался. Нехорошо получилось, надо извиниться. А то душе неспокойно. Извиниться? А ты еще ей в ножки поклонись. И поблагодари за то, что она тебя бросила. Вот смех-то будет. Аттракцион неслыханного благородства. Только чпоку не рассказывай, а то завидовать будет. А я пойду твою тарелку помою, хорошо? Ты в дверях не стой. Сашулечка, я тут к Светику в больницу собрался. Дай, думаю, заеду, поедем вместе. Устроим ему сюрприз. Я в больницу не поеду. Я уже там была. А что вообще происходит? Объясни мне. Светик в больнице, а его девушка чемоданы пакует. Что случилось? Я ухожу от него. Почему? Он обидел меня. Я у него, видите ли... Бельмо на глазу, я ему на нервы действую. Саш, да бога ради, ну в первый раз, что ли? Ну это не повод. Послушай меня, успокойся. Ты знала, что Светик далеко не поймальчик. Далеко. Но он у меня за спиной, понимаешь, за спиной романы крутит. Я вчера к нему зашла в больницу. Ну как человеку проведать. Смотрю, у него из палаты выходит какая-то девица. Я спрашиваю, естественный вопрос, кто это, говорю? Просто спросила, кто это, а он меня выставил и наорал. Мое терпение лопнуло. Сашенька, это детский лепет какой-то, ну правда. Ну подумаешь, девица. Ну и что? Светик всегда был симпатичным парнем, всегда пользовался успехом у женщин. Ну ты же понимаешь, что ты для него... Я для него, я понимаю, что я для него пустое место. Это давно уже понимаю. А раз так,
Катись этот Светик ко всем чертям. Иди к своему Светику. Я же просила оставить меня в покое. Тинечка, ну ты же целый день ничего не ела. Давай принесу тебе поесть, обед готов. Как вы меня все достали! А больше всего ты с этой своей вечной заботой! Тина. Тиночка, ну... Что же с тобой такое? Ну, не переживай ты так сильно. Да что же это такое? Не прикасайся ко мне! По какому праву ты меня все время трогаешь, гладишь? Как по какому праву? Да потому что я твоя мама. Мама? В больнице? Ваню видела? Тебе что-то сказал? Бедная моя девочка. У тебя вообще рассудок есть или нет? Тебе лечиться пора, понятно? Ну, это правда, чистая правда. Правда? А это правда? Правда говоришь? Иди отсюда! Я тебе сказала, убирайся! Вон, пошла вон! Браво, чпок, браво. Слушай, ну ты нас всех напугал, а? Я сам не ожидал. Кривая что-то куда-то вела и не туда вывела. А что это у тебя такое лицо хитроватенькое? А у меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Я прям именинником себя ощущаю, каким-то клоуном в палате, то сюрприз. Ну да ладно, не буду ломаться, давай, показывай. Ein, zwei, drei!
собственно, в чем тут фокус? После всего, что произошло с Ваней, предлагаю забыть старое. Вань, ты прости мне мою ревность идиотскую. Мы с тобой столько лет, не разлей вода. В конце концов, дружба, она превыше всего. Правда? Ну, слова все сказаны, предлагаю скрепить их рукопожатием. Ну, зрители ждут. Ай, чпок, мы тебе обязаны. Ты не беспокойся, я уже знаю, как ему отплатить. Знаешь, я придумал новый номер. Клоун-наездник. Это интересно. Я тебе контрамарочку обеспечу, да? Ты как воздушный гимнаст, тебе место, значит, самое почетное наверху. Да, одно висячее на трапеции. Парни, как я рад вас видеть. Но мы пожрать ничего не принесли. Защитит меня в этом доме. Эта дура Анюта решила меня сосвету жить. Что опять? Нет, я всегда знала, что она сумасшедшая, но не до такой же степени. Объясни мне, пожалуйста, я ничего не понимаю. Объясни по порядку. Представляешь, она явилась в мою комнату. Сначала пыталась меня насильно накормить. А потом вообще заявила, что она моя мать. Бред какой-то. Что я должна вот это терпеть? Почему ты молчишь? Но это же не может быть правдой. Ответь. Скажи, что это неправда. Давай еще по одной на дорожку. Сашулечка, хватит. Ну, это сиюминутный каприз. Ну, куда ты собралась? Ну, перестань, напилась, несешь чушь. Да неправда, это не чушь. Я праздную. У меня праздник обретения свободы от этого жуткого человека. Но погоди. Не кричи на меня. Я в твердом уме, в твердой памяти. Я все соображаю, я ухожу. Я решила, так всему есть предел, и моему терпению тоже пришел предел. Оно лопнуло, и не позволи никакому этому проходимцу так со мной обращаться. Сашенька, послушай, ты подумала о последствиях. Ты подумала, что будет с тобой. Что тебя волнует? Что я останусь одна? Тебе это волнует? А что-то мне подсказывает, что я не останусь одна. Я тебе нравлюсь, разве не так? Так. Так, ты мне тоже всегда очень нравился. И будь ты посмелее, а этот Светик, если бы мне так голову не заморочил, знаешь, все могло бы повернуться совсем иначе. А впрочем, Светик, это уже пройденный этап. Мне кажется, что ты совсем другой, ты честный, порядочный. И никогда бы со мной так не поступил, не обманул бы меня, правда? Никогда и ни за что. Никогда и ни за что. Отлично. Послушай, я... Тихо. Скажи главное, ты меня любишь? Я тебя люблю. Ага. Отлично. Успокойся. О, Боже. У тебя же ледяные руки. Да ты босая. Ну-ка, быстро садись на кровать. С ногами.
Забирайся, забирайся. Господи, боже мой. Сегодня я тоже целый день мерзну. Вот так. А теперь послушай. Давным-давно в одном городе жила одна семья. Отец, мать и двое сыновей-близнецов. И однажды, дождливым вечером, мать услышала плач ребенка. Где-то совсем близко. Она позвала отца, и они вместе открыли дверь. На пороге лежал маленький сверток. Это был ребенок. Девочка. Она плакала. Мать взяла ее на руки, чтобы успокоить. И на всю жизнь полюбила эту крошечную, капризную малышку. И дала ей имя. Дина. Как хорошо. Ты раньше со мной так никогда не разговаривала. Если честно, я даже не знала, любишь ты меня или нет. Глупенькая. Глупенькая. Самые важные вещи очень редко говорят вслух. Ну что ты творишь, а? Как у тебя язык повернулся сказать Дине, что ты ее мать? Ты забыла, что у нас договор? Это у вас с отцом договор. А меня никто ни о чем не спрашивал. А теперь родная дочь отреклась от меня, и мне плевать на все ваши договоры. Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Я говорю правду. Я родная мать Дины. Или, может быть, кто-нибудь в этом доме скажет, что это не так? Тихо. Хорошо, хорошо. Только не надо орать об этом на весь дом. Павлу Константиновичу нужен отдых. А теперь скажи мне, чего ты добилась этой своей дурацкой выходкой? Ровным счетом ничего. Во-первых, ты никогда никому этого не докажешь. А во-вторых, сама подумай. Дине не нужна мать-кухарка. Да? Меня здесь больше ничего не держит. Я и так слишком много вытерпела от вас. Раз Дину у меня отняли, мне остается только одно – уйти из дома. Только не надо мне угрожать. Хочешь уйти, пожалуйста? Тебя никто не держит. Мы прекрасно обойдемся без тебя. Я тут валяюсь. А в цирке что там происходит? Да ничего особенного не происходит. В твое отсутствие программа просела. Правда, просела. Но ты же скоро поправишься и снова начнешь выступать. Ася. Ася, что там делает? Ася? Да ничего она не делает. Репетиции же у нее нет. Но у нее настроение хорошее. Гуляет.
Порхает, как бабочка. В общем, на жизнь не жалуется. Хватит. Я просто так спросил. Слушай, у нас тут случай такой смешной произошел. Ну вот Коробов, знаешь, это акробат? Из Вороновских подкидных досок? Да, да. Он, представляешь себе, на сцену вышел в полиэтиленовых пакетах синих, которые в больнице дают, знаешь? Бахилы. Бахилы, да. У нас теперь их в цирке дают вместо, ну, того, чтобы, ну, тапочки не пачкать. Вот. И вот он во время номера забыл их снять и вышел так на арену. Представляешь себе? Зритель ничего не понял, а мы за кулисами чуть со смеху не упали. А потом, когда он вышел, ему Вальдемар говорит... Галь, мне с тобой о будущем надо поговорить. О каком будущем? О нашем с тобой будущем. Ну что ты за отец, если ты не можешь заставить свою дуреху держать язык за зубами, причем ради собственного благополучия? А что случилось-то? В чем дело? Вчера Анюта сказала Дине, что она ее родная мать. Как? Вот так. А Дина что? Слава богу, не поверила. Но имей в виду, если Анюта еще хоть раз заикнется, Дина не получит и копейки из наследства. Ты понял? Понял. Я пойду с ней поговорю. И поторопись, дорогой мой, поторопись. Она, наверное, уже чемоданы пакует. Вчера мне заявила, что увольняется и уходит из дома. Господи! Как? Да что говорить-то? Как будет, так и будет. А если ты не вернешься в цирк, я с тобой иду. Лишь бы вместе. Не думала, что про наш цирк знают во Франции. Так и что же они хотят? Номер принцессы цирка для пары воздушных гимнастов? А я тебя никогда не предам. Я тебя никогда не брошу. Правда? Я вернусь в цирк. И мы будем вместе, я обещаю тебе. Случилось, нет? Что с тобой происходит? Скажи, что, что? Павел Константинович, я еще вчера хотела вам сказать об этом. Да, что случилось-то? Мне так трудно говорить. Все-таки. Но я должна, наконец, вам признаться. Я слушаю тебя. Делайте со мной что хотите, но я скажу вам все честно. Ну, говори, Анюта, ну... Дело в том, что... Ну что, 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 что? Я тебе нравлюсь, разве не так? Так. Так, ты мне тоже всегда очень нравился. И будь ты посмелее, а этот Светик, если бы мне так голову не заморочил, знаешь, все могло бы повернуться совсем иначе. А впрочем, Светик, это уже пройденный этап. Мне кажется, что ты совсем другой. Ты честный, порядочный. И никогда бы со мной так не поступил. Не обманул бы меня, правда? Никогда и ни за что. Никогда и ни за что. Отлично. Послушай, я... Тихо. Скажи главное, ты меня любишь? Я тебя люблю.
Ага. Отлично. Да что говорить-то? Как будет, так и будет. А если ты не вернешься в цирк, я с тобой иду. Лишь бы вместе. А я тебя никогда не предам. Я тебя никогда не брошу. Правда? Я вернусь в цирк. Мы будем вместе, обещаю тебе. Я должна наконец вам признаться. Я слушаю тебя. Делайте со мной что хотите, но я скажу вам все честно. Ну говори, я не утону. Дело в том, что... Что? Ну что? Я... Ну... То есть... Потом, подожди же. Что же это такое? Ты ни с того ни с сего вдруг. Сердце. Только таблетки мои посмотри. Быстро, быстро, пожалуйста, быстро. Да где же они, а? Да. Ты не волнуйся так, ничего. Ничего страшного. Да как же так, ничего страшного-то? Нет таблеток, я капли нашла. Ну, накапай капли. Что бы я без себя делала, Анюта, а? Да, будет вам. Сейчас, сейчас. Вот, спасибо. Вот выпейте, пожалуйста. Легче станет сразу. Угу. Я сейчас Викторию Андреевну позову. Подожди. Ты ведь хотела мне что-то сказать. Да, какое там, до того ли? Виктория Андреевна! Виктория Андреевна! Не будем заглядывать вперед, хорошо? Врачи говорят, тебе нужно подлечиться, набраться сил. Ты у нас пациент. И про тренировки, гастроли, выступления тебе рано пока думать. О чем же мне думать? Ну как о чем? О чем-нибудь хорошем. О том, что приносит удовольствие. Или о том, кто о тебе заботится. Кто хочет, чтобы ты поскорее поправился.
Простите. А где я могу видеть господина Романова? Мне сказали, он в пятой палате. Пятая палата – это дальше по коридору. Благодарю. Извините за беспокойство. Я надеюсь, господин Романов проводит время в столь же приятном обществе. Это вы сами узнаете, когда доберетесь до своего Романова. И не будете стоять в дверях, у нас сквозняк. Еще раз простите. Всех благ. До свидания. Какой-то проходной двор просто, Ванечка, правда? Не говори. А я тебе морс сварила. На, попробуй. Спасибо. Антон Михайлович, как Павел? Сейчас, как сейчас уже вне опасности. Состояние стабильное, но, конечно, нужен полный покой. Спасибо вам, спасибо огромное. Вы даже не представляете, как я вам благодарна. Господи. Надо меня благодарить. Я ведь по чистой случайности оказался рядом. Я знаю. Поехал проведать старого приятеля. Он живет здесь в 5 минутах от вас. Да. Я не хочу вас пугать. Но ситуация со здоровьем Павла Константиновича оптимизма не внушает. Что, неужели так серьезно? Да нет, не может быть. Ну, Антон Михайлович, ну вы же так давно его наблюдаете. Ну, скажите мне, что это просто приступ. Нет, я понимаю, что тяжелый, но он пройдет. И Павел снова вернется к нормальной жизни. А я вам клянусь, я вам обещаю, что я прослежу, что он не будет перегружаться, переутомляться. Виктория Андреевна, я должен сказать вам честно. Так, как было раньше, уже не будет. Доброе утро, господин Романов. Долго спите. Такой крепкий сон могут себе позволить только люди с безупречной чистой совестью. А что вы здесь делаете? Ну, во-первых, здравствуйте, Святослав. Хотя я вижу, вы и так здравствуете. А слухи о вашем тяжелом состоянии, кажется, несколько преувеличены. Я не понимаю, о чем вы говорите, и понимать не хочу. Как вы сюда попали? Ко мне пропускают только родственников. Ну ведь бывает родство по крови, а бывают родственные души. Даже не знаю, что важнее. А нас ведь с вами связывают такие общие интересы, что сравнивать их с семейной близостью, ну, просто смешно. Так что давайте поговорим наедине, спокойно, как культурные люди. А не пошли бы вы куда подальше со своими интересами, со своей культурой? По-моему, грубо, Святослав. Не находите? Я думал, что вы будете вести себя более разумно. Видимо, сказываются последствия контузии. Я не понимаю, на что вы намекаете. Я хочу, чтобы вы поняли. Пожар в клинике, даже если он уничтожил все документы, не избавляет вас от необходимости заплатить за мою работу. Кроме того, форс-мажор вам не засчитан. Так что долг за вами, господин Романов. Конечно, ограничить нагрузки – это хорошо. Но этого недостаточно. Да поймите вы. Это ведь не просто приступ. Это, пожалуй, последний звонок. Да, да. Строгое предупреждение. Еще одна такая встряска, и сердце может не выдержать. Виктория Андреевна, дорогая. Простите меня. Ну, не стоит смотреть на вещи так мрачно. Надежда есть в любой ситуации. Конечно. Ну, к тому же у Павла Константиновича большая любовь к жизни. Да. Ну, а это очень сильный ресурс.
Антон Михайлович, вы скажите, как я могу помочь? Что мне нужно делать? Сейчас самое правильное – это поддержать его. Внушить ему, что вместе вы справитесь с любой болезнью. Да, конечно. А потом постепенно готовить его к операции. К операции? Да Павел даже слышать об этом не хочет. Нет, ну вы же знаете. Ну-ка. Как только начинаешь заводить об этом разговор, он пресекает его мгновенно. Знаю. Он же как ребенок. Нет, и все. Нет, я боюсь, он ни за что не согласится отдать себя в руки хирурга. Даже если ему сказать: Павел, вот нормальная жизнь, выбор у тебя есть, нормальная жизнь или возможность в любую минуту... Ну, да... Он не согласится. Ну что ж... Нет, это нереально. Ай, знакомая картина. Знаете, медики – это самые капризные, самые неблагодарные пациенты. Уж я сколько раз с этим сталкивался. Но если вы хотите ему добра, то вы просто обязаны. Слышите меня? Вы просто обязаны убедить его лечь на операцию. Иначе... Иначе я ни за что не ручаюсь. Ты все возишься со мной и заботишься. А я даже ответить не могу. Ни поухаживать, ни цветы подарить. Ой, какой из меня кавалер? Как какой? Самый лучший, самый желанный. Галь, я вот что решил. Я в цирк возвращаюсь. И мы будем вместе работать, если ты, конечно, не против. Представляешь? Впервые на манеже Ивана Рябинов и Галина Чехова. Манеж-то сумасшедший. Нет, звучит? Звучит. Ваня, ты не против, если я об этом Вальдемару расскажу? Он, может, нам поможет, какие-нибудь советы даст там по поводу рекламы или еще чего-нибудь. Да нет, я выпишусь, я сам с ним поговорю. Сейчас рано еще. Ну хорошо, тебе виднее. Галочка, спасибо тебе большое. Да ладно, иди отдыхай. Потому что у меня все равно сейчас процедура начнется, сейчас все равно всех выгонять будут. Так что, ладно, завтра увидимся. Ну тогда я побежала. Ладно. Спасибо тебе. Я завтра еще приду. Только ты жди, хорошо? Конечно. Пока. Пока. Я вам ничего не должен. Да, я просил вас об одной услуге. Ну и что? Воспользоваться ей я все равно не успел. Если вы в казино поставите на зеро, а потом передумаете, а зеро выиграет, неужели казино выплатит вам выигрыш? Остроумные сравнения. Но, по-моему, не очень корректные. Рулетка, молодой человек, это все-таки фортуна. А в нашем случае работали конкретные люди. И работали кропотливо. Почистили некоторые документы, свели, так сказать, концы с концами. Все эти подробности меня не интересуют. Я устал. И вообще сюда сейчас придет медсестра, которая разносит лекарства. Да нет, не придет, Святослав. Она подождет. Я позаботился, чтобы нам никто не мешал, пока мы не закончим наш увлекательный разговор. Я вижу, вы не до конца все понимаете. Что ж, тем хуже для вас. У меня остались копии всех документов. Остается только решить, кому их передать. Вашему отчиму или сразу следствию. Я надеюсь, Паша, сегодняшний приступ послужит тебе уроком. Да. Может быть, это последнее предупреждение. Но я все жду, когда, наконец, в тебе проснется здоровый, нормальный эгоизм.
Вик, ты говоришь правильные вещи. Правильные, но очень скучные. Да? А кто тебе будет напоминать об этих правильных, скучных вещах, если не я? Кто? Я же забочусь о тебе, светила ты мою, медицинская. Ну что мне с тобой делать, а? Ты даже лечиться не умеешь. Да что там лечиться? Ты болеть не умеешь, как все нормальные люди. Я слишком хорошо знаю возможности нашей медицины. А я слишком хорошо знаю, что каждый человек должен отдыхать. Даже если он считает себя железным, как ты. Вика, я чувствую себя прекрасно. Да. Но чтобы тебя успокоить окончательно, я тебе обещаю. Я сегодня никуда из дому не выйду, на работу вот. Я не поеду. Буду лежать и читать. Что читать? Неутомительное. Ага. Да. А ты можешь спокойно сходить в больницу к Светику. Нет, нет, нет. Светик уже поправляется, его выпишут со дня на день. Я сегодня, мой дорогой, побуду с тобой. Ну, что тебе принести почитать? Я все-таки прошу тебя, сходи к Светику в больницу. Ему сегодня нужны не так процедуры и лекарства, как твердая родительская рука. Ты все сказал? А теперь послушай меня. Я не хочу скрывать правду от своей родной дочери. Никто не заставит меня это делать, понятно? Слушай, ты долго думала, прежде чем выкинуть такой фортель? Ты понимаешь, что могло бы произойти, если бы Дина хоть на секунду тебе поверила? Это же всему конец. Всему! Я столько сил потратил для того, чтобы наконец оформить эти чертовы документы. И когда, наконец, Дина стала законной наследницей Федотовых, являешься ты. Здравствуй, дочь, а я твоя мама. У тебя вообще голова на плечах есть или нет? Ты как хочешь, а я в эти игры не играю. Хватит. Плети свои интриги вместе с Викторией. А с меня достаточно. Избавьте. Утомилась, бедненькая. Представьте себе, если бы Павел Константинович моей ноги бы не было в этом доме. Да? Ты же вроде вчера собиралась увольняться. И уволилась бы. Просто Павел Константинович единственный человек, который меня здесь удерживает. Он единственный, кто относится ко мне по-человечески. Кто за ним будет ухаживать? Ничего, не беспокойся. Найдутся люди. Так что можешь не задерживаться. Собирай свои вещички и скатертью дорога. Но только запомни одно, Анюта. Тебя больше никогда не пустят на порог этого дома. И как живет твоя единственная дочка, об этом ты будешь только догадываться. И не увидишь, как она вышла замуж. И не узнаешь, кого она родила. Мальчика или девочку. Ты вообще ничего не узнаешь. Устраивает тебя такой поворот событий? Не смешите меня. Кому интересны ваши сомнительные бумажки, еще неизвестно, как попавшие вам в руки. Эти бумажки, как вы говорите, сомнительные, легко проверить. Понимаете? А следственная группа, по-моему, скажет мне спасибо. Кроме того, на вас можно повесить поджог клиники. А почему нет? Мотив налицо, нужно было скрыть улики, вот вам и пожар. А в совокупности, Святослав, вам светит очень приличный срок. К тому же потеря репутации, да и потом я не знаю, как к этому отнесется уважаемый Павел Константинович. Мои отношения с отчимом вас совершенно не касаются. Кому больше поверит, мне или какому-то шантажисту? Я вообще не понимаю, что меня удерживает выставить вас за дверь. Вот и подумайте, что вас удерживает. Время еще какое-то есть. Ну, хорошо, хорошо. Я принимаю ваше предложение. Я достану деньги, вы будете молчать, а я оплачу работу ваших людей. Когда? Со временем. Ну, неужели вы думаете, что я могу достать из-под больничной койки чемодан с деньгами? Мне нужно выйти отсюда, приложить некоторые усилия, чтобы собрать всю сумму. Куда вы так спешите? Неужели вам не хватает на хлеб? Ну, до этого, слава богу, еще не дошло, но на какие-то расходы из-за вас я уже попал. Так что советую как можно быстрее найти деньги. Какое-то время я, конечно, подожду. Из уважения к Павлу Константиновичу. Вас, кстати, наверное, обрадует мысль, что в последнее время мы с ним сдружились. И при необходимости я всегда могу, так сказать, найти с ним контакт.
Счастливо оставаться, Святослав. Берегите себя. Надеюсь, что ты согласишься. Светик порой ведет себя безалаберно. Ну хорошо, с этим можно было бы еще смириться, если бы в клинике все было нормально. А теперь после пожара. Впереди ремонт, аврал, множество проблем. Ну и что, ты думаешь, он не справится? Вика, сходи к нему в больницу. Сходи, милая. Просто ему сегодня нужна твердая материнская рука. Вообще-то я должна тебя успокоить, Паш. Светик, он как-то очень изменился вот за то время, как он лежит в больнице. Ты уверена? Да, правда. Он как-то многое понял, стал серьезней. Он очень повзрослел. И даже не хотела тебе говорить. Что? Ты очень удивишься. Еще никто не знает. Светик собрался жениться. Вот как. Прикажете подавать, сударыня? Я сливок не нашел в холодильнике, немножко похозяйничал. Ничего, вот все, что нашел. Это вам. Сам-то ты что есть будешь? А царский сын гулянием сыт. Так моя мама говорила, когда я опаздывал или задерживался к обеду. Я потом. Кушай. Непривычно даже. Трогательно. Спасибо. Раньше мне никто не приносил завтраки в постель. Раньше я все сама приносила. Ну, то было раньше. А теперь я готов подавать завтрак тебе каждое утро. Эник, ты-то, может, и готов, а вот я не готова. Только ты не обижайся, ладно? Я и не смею обижаться. Я ведь люблю тебя. Неужели ты этого не поняла? Венечек, неужели ты не понимаешь, что одной совместно проведенной ночи недостаточно для того, чтобы делать такой глобальный, далеко идущий вывод? Теперь начинаю понимать. Все, что между нами произошло, это ведь не стихийный порыв, да? Такая изощренная месть. Решила отомстить Светику с его же другом, да? В его же квартире. Знаешь, что думай, что хочешь. А знаешь, мне совершенно все равно, почему ты решила остаться со мной. Правда. Я верю, что ты когда-нибудь меня полюбишь. Я готов ждать столько, сколько надо. Даже больше. Гена, в больницу к Светику я поеду сама. А ты, пожалуйста, присмотри за Павлом. Если ему вдруг станет плохо, сразу звони мне и вызывай скорую. Ну, как скажете. Что, хотите сделать из личного водителя сиделку, да? Воля ваша. Ну, что ты. Я бы попросила об этом Анюту. Но ведь она решила уйти от нас в самый тяжелый момент. Да уж. Ты бы поговорил с ней? Да я уж поговорил. Не сомневайтесь. Глупостей больше не наделает. Да она уже сделала все, что могла. Скажи ей, чтоб сварила бульон и накормила Павла. И навела бы порядок в библиотеке и в бильярдной. Дом запущен. А что врачи-то говорят? Что с Павлом Константиновичем? Просто с утра такой переполох был. А ты что, уже строишь какие-то планы? Я? Да. Не дождешься, Геннадий. Рано хоронишь хозяина.
так виновата перед Ваней. Даже не знаю, как исправить это. А ты поговори с ним. Ну, как сейчас со мной. Просто все ему объясни, что чувствуешь. Я думаю, он поймет. Я пошла. Но он же видеть меня не хочет. Последний раз вообще выгнал меня и сказал, чтобы я там больше не появлялась. От этого еще тяжелее. Да, дела. Угу. Слушай, а хочешь, я к нему схожу? Ну, я ему объясню, что ты мучаешься, что хочешь его увидеть, но просто боишься рассердить. Ой, спасибо, Чпо. Точно, я так и сделаю. Завтра же пойду и объяснюсь. Ну, что же, вполне можно сказать приличные показатели. В космос таким давлением не посылают, но уже вполне можно сменить режим. Больничный, так сказать, на домашний. Значит, я могу ехать домой? Разумеется, если пообещаете мне, что хотя бы неделю после выписки ничем не будете злоупотреблять разнообразными, приятными, можно сказать, но вредными для здоровья вещами. И главное, не будете нервничать. Даю вам слово, доктор, что я всю неделю проведу в постели, а ухаживать за мной будет моя девушка. А ухаживать за тобой будет твоя мать. Здравствуйте, доктор. Мне уже сказали, что тебя выписывают, так что давай одевайся. Я отвезу тебя к нам домой. Вы не возражаете, доктор? А меня ты спросить не хочешь? Ну чего ради, я буду жить у вас. У меня есть своя собственная квартира, я туда и поеду. Кстати, я достаточно здоров, чтобы сесть за руль. Правда, доктор? Можно сказать, не вижу никаких противопоказаний. Так что, маман, спасибо за заботу. Так когда же ты к нам приедешь? Ну, когда приеду, тогда приеду. Светик. Ну, хотя бы объясни, зачем? Ну, что значит зачем? Повидать Павла, он приболел. Провести вечер с родителями. Не так много я от тебя требую. Так что, пожалуйста, пообещай мне, что сегодня обязательно заедешь. Ну, хорошо, хорошо. Обещай. Ну вот, тот же. Ну, оброс. Вика! Викинг! Кто-нибудь есть в доме? Звали, Павел Константинович? Чего-нибудь принести? Может, попить хотите? Вика хотела из библиотеки мне книгу какую-нибудь принести. Вероятно, забыла. Нет, вы лежите, я сам принесу. Только вы скажите, какую, а лучше напишите. Потому что я в этих названиях, именах, я путаюсь. А я что, под арестом, что ли? Ну, получается, сюда. Да. Виктория Андреевна строго-настрого мне велела вас из этой комнаты никуда не выпускать. Ага. Значит, выходит, что я в своем доме уже не хозяин. Ну, на работе вы, Павел Константинович, и царь, и бог. А дома главное всегда жена. Как говорится, у хорошей жены и мужчина тоже может стать человеком. Вот так вот и узнаешь правду жизни. Да. А что, действительно, может быть, женитьба нашего непутевого изменит к лучшему? Какого непутевого? Светика. Он что, жениться собрался? Да вроде бы. Ты знаешь, я готов пролежать так всю жизнь. Веник, не торопи события. Ничего, я терпеливый. Да, алло. Здравствуйте, Виктория Андреевна. Срочный разговор. Встретиться хорошо. На ваше усмотрение. Значит, через полчаса в кафе у мэрии. Да, я буду. До свидания. Интересно, зачем ты так срочно ей понадобилась?
Я тоже думаю, понятия не имею. Теплых чувств она ко мне никогда не испытывала. Сашулечка, ну куда ты? Саша, хочешь, я тебя провожу? А потом подожду у кафе. Отвезу, куда тебе надо. Я сегодня совершенно свободен. Ой, Веник, спасибо, не надо. Я не хочу, чтобы нас с тобой видели вместе. Только не обижайся, ладно? Я же сказала, не стоит торопить события. Все. Я побежала. Только одна просьба. Дверь, пожалуйста, сам закрой. Я не могу ждать, пока ты соберешься. Боюсь опоздать. Чао. Пока. Пока. Выходи за меня замуж. Какая встреча? И главное, в каком месте? Не ожидала тебя тут увидеть. Я тоже не могу сказать, что рада тебя видеть. Интересно знать, а что ты здесь делаешь? У меня возник тот же вопрос. Только секунды раньше. Ну да. Ты же привыкла быть всегда во всем первой. Ась, хочешь секрет? Мужчина такого лидерства не приветствует. А если хочешь знать, Ваня попросил меня принести ему вещи в больницу. И долго будешь сидеть? Это вещи интимного характера. Ты не должна это видеть. Можешь пока погулять. Вот это да! Какие люди, а! Вот это называется настоящий друг, я понимаю. А почему ты... Ты же должен быть в больнице. Да меня уже выписали, дружище. За отличное поведение и прекрасные анализы освобожден условно-досрочно! А ты что, не рад, а? Да, ты что, не рад, а? Я очень рад. Просто я... Просто ты разнюхал, что я возвращаюсь и решил отметить мое возвращение. Только я смотрю, ты что-то с пустыми руками. Наверное, думал, что я по дороге затарюсь, а ты, как обычно, на все готовенькое. Не выйдет, Веник, не выйдет. Светик, я ничего такого не думал. Тебе, наверное, и пить нельзя. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Держи ключи, да я... жди меня, да... а я скоро вернусь. Тебе что, покрепче, послаще? Слушай, дружище, я, пожалуй, ничего не буду. Че, в завязке? Да нет, просто у меня спорт. Я в бассейн записался. Через 15 минут должен быть в бассейне. Какой бассейн, Веник? С каких пор ты занимаешься спортом? Ну, пора заняться собой. Все, давай, пока. Я был очень рад тебя видеть. Правда, очень рад. Я опаздываю. Ну, пока. Я поплыл. Ну, пока-пока, плыви. Веник, слышь, а ты что заходил-то?
Я, кажется, опоздала. Извините, пожалуйста. Нет, нет, это я пришла раньше. Тебе заказать кофе? Да. Будьте добры, эспрессо. Двойной? Двойной. Двойной. Может быть, коньяку? Нет. Вы сказали, разговор срочный. Что-то случилось со Святославом, что-то? Да нет, нет, все нормально. Все хорошо. Его сегодня выписали. Спасибо. Вот девушки. И я думаю, что как раз сейчас он едет к себе домой. Вот как. Ну, тогда я пойду, мне нужно его встретить. Нет, я думаю, лучше, если мы сначала поговорим. Сахар. Ты не куришь? Спасибо, нет. Поговорим о тебе, о Светике, о ваших отношениях. Виктория Андреевна, в наших отношениях все зависит исключительно от Святослава. Разумно. А теперь послушай, что я тебе скажу. Тем более, что я желаю тебе и, разумеется, ему только добра. Я совсем не понимаю, что вы хотите сказать. Я думаю, что ты, Саша, идеальная пара для моего сына. Сергеевна. Здрасте, здрасте. Как у вас дела? Что новенького? Да бог с тобой, Галочка. Какие мне дела? Что новенького? Кто вышел, да кто вошел, вот все новенькое. А письма сегодня приходили? Приходили. Дайте посмотреть. Смотри. Слушай, а что ты стала письмами интересоваться? Ждешь письмо от кого-то? Да. От кого? От богатого поклонника. Вот заберет меня к себе, уеду от вас. Поминай меня, как звали. А что? И езжай себе. Ну, только чтоб человек был хороший. Дело молодое, чем мне поехать? Да-да-да. Ой. Ну? Не пишет мне мой поклонник. Не нужна я ему. То есть вы хотите сказать, что вы так просто можете принять то, что я могу стать вашей невесткой? Разумеется. Иначе бы я тебя не пригласила сюда. И должна тебе признаться, что когда-то я тоже пробивалась к этой сладкой жизни из самых низов, да еще с двумя маленькими детьми на руках. Так что мне было гораздо сложнее, чем тебе сейчас. И тем не менее я добилась того, чего хотела. Фантастика. Да нет. Реальность. Суровая реальность. И я надеюсь, что когда ты это поймешь, ты станешь надежной опорой для Светика. Ну все. Мне пора. Могу я рассчитывать, что завтра ты зайдешь к нам в гости? Мне бы хотелось поближе познакомиться. Запишите на мой счет. До встречи. До встречи. И, впрочем, опаздываем.
Добрый день, Лидочка Сергеевна. Здрасте. Писем не было для меня? Ну как же, для вас? Да. Обязательно. Из мэрии. Из мэрии, ой. От электросетей. А, да, это мы задолжали, да. И еще одно было. Какое же оно было, еще одно? Из-за границы. Из-за границы? Его куда-то звали. Интересно, откуда же? Прямо из Парижа. Ой, из Парижа. Да, конверт заграничный и прямо в руки. Фестиваль, Мондиаль, де цирк, де Монте-Карло. А? Спасибо, Лидочка Сергеевна, спасибо. Ну что ж ты изводишь себя, доченька? Ну Иван же тебе сказал, что не хочет тебя видеть. А ты тоскуешь. Ну что ты себе вбила в голову? Нет, мама, это не я себе придумала. Это мое наказание. С ним теперь и буду жить. А Слава твой как же? К Славе я теперь не вернусь. И вообще, пока Ваня не выздоровеет, я не имею права ни о ком другом думать даже. Хорошо. Он выздоровеет, выйдет из больницы. Что дальше? Вот когда он придет в себя, пусть сам мне тогда и скажет, что я ему не нужна. А если скажет, что нужна? Что ты будешь делать? Ведь ты же его, Асенька, не любишь. Скажет, нужна, значит, так тому и быть. И вообще, может быть, Ваня из-за меня цирка лишится. Выступать не сможет. Ну опять 25. Ты-то тут при чем? Это не важно, мама. Это уже не важно. Я его такого никогда не предам.